конце улицы стоит недостроенный какой-то дом, куда наведываются наши местные дети, подростки. Они там без конца какие-то у них происходят тусовки, что в принципе опасно, потому что там два этажа есть, любой ребенок может оттуда упасть, получить травму. Район молодой, но в таком состоянии, как будто бы, ну, про него просто никто не помнит и не знает.